можно упасть и проваляться на том месте, куда ты упал. Валяться на нем, а потом еще и дальше упасть, еще ниже упасть. Но каждое как таковое падение, если ты не будешь обращать на это внимание как на падение, а будешь обращать на это внимание как то, что уже есть, как то, что уже случилось, и ты перетерпишь эти все как таковые страдания, которыми ты так раньше называл эту ситуацию, и будешь жить в этом спокойствии и дальше проживать без отождествления с этим падением, то ты увидишь, что, как оказалось, это падение, оно поднялось еще выше того уровня, с которого ты упал. Для этого нужно потерпеть. Потерпеть и не ментально, не на уровне своих эмоций, не отождествляться с этими проблемками и ситуациями, которые привели к этому падению. И тогда эта лестница, она сама поднимется. Сама. Это работает. Я погнал. До свидания. Thank you.